У нас на этой планете Земля, я о деле рассказывал, да, что все люди произошли от двух человек. Никто нас не принес, ни аисты нас не принесли, ни под елкой не нашли, ни в капусте, бля. Должны были кто-то два быть. Мужчина и женщина. И они должны были соединиться. И мы как тараканы расплодились. Все эти тараканы — это наши родственники, эти все люди — это все наши родственники. И почему так легко лукавый управляет тобой и говорит, что это плохой человек? Мало ли там этих, которые там дерутся, и ты к ним еще попал. Ну да, получается, за счет мысли попала. И за счет мысли ты побежишь и будешь кого-то убивать. Нет, я не побегу, но... Откуда ты знаешь? Плохие. Откуда ты знаешь? Ох. Не говори никогда, что ты этого не сделаешь. Потому что ты не знаешь, как ты себя поведешь в таком состоянии, в котором ты сейчас есть. Ко мне приходила женщина. В Одессе я с ней встречался. У нее убили мужа. И тот человек, который убил у нее мужа, она очень хотела его посадить в тюрьму на много лет. Но у него были братья, которые помогали ему деньгами, чтобы они не могли его посадить. А она тратила все свои деньги, чтобы посадить его все-таки. И потом кто-то ей посоветовал встретиться со мной. Она договорилась со мной встретиться на 2 часа. Хотела меньше, потому что она говорит, наверное, меньше времени, потому что больше у меня не будет, чем 2 часа. Мне надо по делам ехать. Мы с ней пообщались 6 часов. После 6 часов я говорю, мне надо идти, потому что времени уже очень много. Ну, мы же здесь сидим, общаемся. Она говорит, так 1,5 часа только прошло, ну что ты говорил 2 часа, а тут уже хочешь съехать. А я говорю, ты просто на время посмотри. И она когда посмотрела на время, во-первых, так охерела от того, что произошло, что там, она думала, 1,5 часа всего. Но не в этом суть. И она меня услышала. И она сделала то, что я сказал. И она стала свободной. Она освободилась от того безумия, в которое она попала. Я ее попросил пойти обнять этого человека и попросить у него прощения, что она хочет с ним сделать. Но она должна была понять это, осознать, чтобы она это сделала действие. Когда она пришла к нему, попросила прощения, сказала, что она его любит, он не понял вообще, что происходит в этом мире. Она говорит, я не могу передать, что он понимал, потому что ну, я видела, что он не понимает ничего, что происходит. Но такое было. Она его простила. Она его поняла и простила. Но к ней пришло понимание. Что сделавши то, что она хотела, она не освободится. Потому что это не свобода. Это лишь упрямство сделать то, что тебе говорит твой ум.